Всем привет! Я давным-давно ничего не снимал, и почему я решил что-то снять? Просто у меня недавно спросили, как играть пионер-лагерь «Пыльная радуга», я передумал. И я был крайне удивлен, потому что песня на самом деле очень простая, играется она очень просто, но фишка в том, что если смотреть живое выступление Алексея, то там видно, что его гитара более низко настроена. Поэтому сейчас я покажу, как в стандартном строе это должно делаться. Итак, вернемся к нашим стандартным строям. Берем квинту на соль, но желательно на пятом ладу, на пятой струне, поставить мизинец. Почему? Потому что на втором аккорде мы будем указательный палец убирать на фа диез, но здесь остается все. Теперь эту же квинту, только играем теперь три струны. Это на третьем ладу у нас зажимается указательным пальцем, а четвертая струна на пятом. И уезжаем теперь всем рисунком на фа диез. Так все просто. Утро лежит водяным холодным дымом, перегруженных мостов усталые спины, мятая фотобумага темной ряби проявляет затонувшего пешехода. И так далее. Вот так все просто. Всем удачи и да, пожалуйста, не пишите, что я хреново снимаю, я прекрасно это знаю.